Циркулярная пила Днепро М ДПЕ 1800. Гарантия 3 года. Диаметр диска 185 мм. Мощность 1800 Вт. Количество оборотов 5500 оборотов в минуту. Ручная циркулярная пила Днепро М 1800 – это инструмент, который обладает всеми необходимыми функциями для выполнения широкого спектра работ по дереву. Надежность инструмента обеспечивает двигатель с медной обмоткой, которая защищена тремя слоями специального термостойкого лака, что значительно снижает нагрев и в разы увеличивает срок службы двигателя. Металлические щеткодержатели с ограничением глубины давления щетки обеспечивают точный контакт и защищают двигатель от повреждения. В пиле есть возможность регулировки наклона пропила до 45 градусов, что позволяет производить срез под наклоном. Помимо этого присутствует механизм регулировки глубины реза для выполнения несквозных пропилов. Эргономичная конструкция задней рукоятки обеспечивает превосходную сбалансированность инструмента. Нижний защитный кожух обеспечивает максимальную безопасность для пользователя. Легкость обслуживания зависит от системы быстрой замены щеток, которая позволяет произвести замену без разборки инструмента. Циркулярная пила Днепро М 1800 создана специально для удобного, безопасного использования и может стать отличным помощником в любом месте, где есть необходимость работать с деревом.